Эй, ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал JoyWare. С вами снова Джо и наше приключение в мире Майнкрафта. Я провел немного времени в улучшении нашего состояния и я расскажу перед тем, как показать, какой получилась сторожевая вышка и показать вам таймлапс строительства. Черт возьми, у меня заняло это куча времени. Я все-таки смог сделать кирку на удачу, мне повезло, но, к сожалению, без эффективности, только удача 3 и прочность 3. Но офигенно, я смог добыть алмазы, вот эти три блока, которые здесь висели в воздухе, с них 9 штук выпало. И меч на остроту 3 зачаровал, бронька свежая, свежие инструменты, и перед тем, как мы все-таки перейдем к моменту строительства, я хочу отправиться в небольшое путешествие здесь. По координатам 88-400 плюс-минус. Плюс-минус 88-400 находится очень-очень интересная локация. Я не хочу спойлерить, что там. А хотел показать вот эту комнату. Если помните, практически в каждом эпизоде, спускаясь в подвал, здесь происходили какие-то шумы вечные в пещерах. Я решил раскопаться. Раскопался в разные стороны. И в итоге с этой стороны я нашел шахту, которая привела меня... Зырь, какой коридорчик. Не записывал таймлапс этого строительства, потому что думал, сделаю какую-нибудь такую слабенькую штучку. Получилось очень круто. Внутри каждой стены свой паттерн различный. Прикольно получилось. И черный, и темный дуб, или что это, темная ель и дуб. Прикольно сочетается. Здесь оказался спавн павуков. А где он, кстати? Не разбил ли я его случайно? Умоляю, скажите, что я его не разбил случайно. Здесь же спавн пауков был. Куда он делся-то? Подожди, что-то пошло не так. Я клянусь, здесь был спавн пауков. Я здесь набил 30 уровень. Ой, черт, он есть! Эти сволочи пытались меня обмануть. Ой, боже. Я не знал, что они умеют так делать. В общем, я рассчитывал, что здесь будет спаун каких-нибудь зомби или скелетов, что было бы вообще супер шикарно. К сожалению, спаун пауков, но... как бы... Почему нет? Кстати, пару стрел заберем отсюда. Здесь же есть вероятность того, что паук заспаунится со скелетом на спине, и поэтому стрелы с них тоже можно бустить. Так что у нас есть запас паутины, паучий глаз, и... ну, хоть и мало опыта идет с пауков, но 30 уровень, и они иногда могут все-таки тычку просунуть через это маленькое окошко. 30 уровень, очень быстро на них можно бустануть, а 30 уровень — это прокачка 3 уровня. И разве не это нам нужно? Именно это нам нужно. В общем, прекрасно. Я еще хочу туда подвести светильник, чтобы, если что, это был контролируемый спаун, можно было просто отрубать их с помощью света. Я не стал ничего делать с этой шахтой. Все-таки я в голове держу то, что мы вот это все закопаем, сделаем лифт к спауну пауков и лифт в основную шахту, и плевать. И плевать. А вот она, моя шикарная постройка, но, опять же, повторюсь, к ней мы вернемся попозже, потому что достаточно глобальный билд, который занял у меня много времени. И там... так, 88-400. Достаточно глобальный, и для меня это, наверное, одна из самых больших построек. Это самая объемная постройка, которую я делал на этом серваке. Так, 88 и 400. Надо, наверное, подняться наверх аккуратненько и оттуда затопать. Так, 400 в том направлении, 88. Похоже, мы держим верный путь. О, я надеюсь, мне не изменяет память. Я же начал с того... еще один спаун! Охренеть! Как я его проглядел! Спаун пауков! О, скелетов! Ёпт! Охренеть! Это лучше пауков! Это же вообще офигенно! Пластинка, бирка еще одна.
Еще немножко гнилой плоти. Конская броня, арбузик. Ребята, это офигенно. Я прошел всю эту локацию, путешествовал по болотам, по прочей фигне. Я не видел здесь в открытую просто на поверхности спан скелетов. Это надо запомнить. У меня нет с собой еды. Давайте вернемся за едой, я просто по пути сделаю дорожку из факелов. Я слышу, где-то умирают пауки под землей. Здесь огромное количество пещер, и многие из них просто супер страшные. Учитывая то, что я начал зачищать пещеры от противников, я начал там расставлять факела здесь на территории и во всех пещерах, в какие могу забраться. В тех местах, где освещено плохо, огромное количество противников. Кстати, эту кровать мы возьмем с собой. Так, по-моему, у меня еще осталось мяско готовое. Нет? Ну, закинем. Я уничтожил ферму с коровками, она больше не нужна. У меня осталось еще куча кожи, и, в принципе, достаточно на вторую зачаровательную локацию, если вдруг будет необходимость. В чем я очень сильно сомневаюсь, на самом деле. Ох, ребята. Я не помню, куда я драгметаллы складываю. Допустим, сюда. И всякий хлам сюда. А это на кухню. А это сюда. И сундуки мне тоже сейчас не нужны. Оу, черт. Давай быстрее. Быстрее. Давайте пока полюбуемся прекрасной постройкой. Черт. Получилось даже офигеннее, чем я мог себе представить. Я кину линк обязательно. Обязательно. Или, если забуду, напомните мне. В описании закину линк гайда от чувака, которым я вдохновлялся. Ты просто безумный. Просто безумный. Я, к сожалению, не помню его ник, но у меня видео добавлено в плейлист, так что однозначно скину на него. Возможно, он не первоначальный автор идеи. Возможно, кто-то другой придумал оригинальную. Может быть, я не спорю. Но я брал у определенного чела идею и поделюсь ссылкой на него именно. Потому что, ну, это просто шикарно. Я думаю, этого нам будет более чем достаточно. Фух. Спавн скелетов. Рядом с домом. Офигеть. Офигеть. Мне прям не верится. Я пытался найти в этих пещерах, которые под домом находятся, кучу полезных всяких ресурсов и прочей фигни, и надеялся наткнуться на хотя бы какой-то спаун. Спаун с пауками для меня был прям вообще подъемом настроения. А тут такое. Надо будет сделать крутую какую-нибудь автоматизированную ферму скелетов, костей и прочей хрени. 88 400. Мы практически рядом. Ну, 88 400 находится биома, которая нам необходима. 400. Получается, за этой скалой? Что-то, мне кажется, меня обманывают эти координаты. Мне казалось, что эта локация подальше. А нет, нет, правда. Да, вот она. Я прошелся здесь по этим локациям в поисках. Я сперва не хотел делать сторожевую вышку, я хотел сделать маяк на берегу, ну, типа, в воде. И я не смог здесь найти ни одного моря рядом, только речки. Ну, а как, ну, где логика вообще строить маяк рядом с речкой? Маяк нужен где-то на берегу, и чтобы корабли, которые путешествуют по морю или океану, не сталкивались. Вот что я хотел вам показать. Вот это я увидел. Я побоялся подходить ближе, потому что я ни разу не зачищал аванпост. И это будет мой первый раз. Вау! Откуда? Что вы такие живучие? И потом его можно будет разобрать
и сделать здесь ферму с этими чувачками, рейдерами, не знаю, как их зовут. Вот это что за монумент? Какая-то пещера? Это же здесь какой-то другой песок. О, черт. Там деревня. Мечом их убивать побыстрее. Слушайте, я надеюсь, там только арбалетчики, там не будет кого-то. Да не, это, наверное, просто скала. Но там точно находится деревня. Слушай, давайте ворвемся внутрь и попробуем не погибнуть, например. Я не знаю, с какой скоростью они респаунятся. Поэтому, ну, они умирают с трех ударов с этим мечом. Так, откуда они хмыкают? Это наверху? Что здесь? Пузырек опыта! Я не знаю, насколько это круто. В первый раз в жизни вижу. Крюки. Арбалет. Спасибо. Спасибо. Давайте зафигачим здесь фонари. Может, они перестанут спауниться? Я не знаю, как это работает. Возможно, это сработает. Но, наверное, нет. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Первый раз. Первый раз. О, черт! Ее, наверное, надо будет прям в ноль вырубать, да? По самое основание. Ау, больно. Блин, из-за того, что я убил чувака со щитом, мне теперь нельзя идти в деревню. Сволочь. У них все продумано было. Мне кажется, факела не работают против этих ребят. Ну, типа, не имеет смысла. Давайте осветим здесь еще пещерку. Условная такая пещера. Не, ну внизу какой-то движ происходит. А! Они все равно спаунятся, им вообще плевать. Вы нарушаете законы спауна и... А че, арбалеты? Круто вообще? Потестим? Вау! Они ощущаются мощными. Ладно, попробуем. О, чё-то их много. Они меня окружили. Не, ну... Это тоже можно расценивать как опыт. Я ожидал, что, конечно, побогаче у них будет там в локации. Ну, там еще какие-то арбалеты валяются. Я не думаю, что это нужно. Я боюсь идти в деревню, потому что... На мне их проклятие. Они же начнут рейд. И умрут все жители. Наверное, не стоит убивать жителей. Ты посмотри, не, они бесконечно спаунятся. Это, конечно, весело. И... О, это зачарованный арбалет. Ну-ка, дропни. Не дропнул. Но у меня 1000 арбалетов теперь, которые можно между собой сливать. О, это, конечно, было интересно. Я ожидал немножко больше. Но, учитывая, как они активно спаунятся, можно действительно эту штуку до основания снести, зачистить территорию. Я не знаю, сколько расстояние-то до спауна, там, 15 блоков, допустим. Сделать диаметр и сделать, чтобы вода сливала их к центру и резать их. Почему нет? 200, да, где-то дом находился. Черт, теперь я не вернусь домой. Однозначно. Я чувствую. Ну, я помню этот кактус. Он выглядит как любой другой кактус. Скорее всего, это не дом. О, черт. А, другой плюс этого меча. На нем же есть баф
Заговор огня? Сразу жареное мясо. Ощ, гадам. Это плюс. Это плюс. 200-200, по-моему, координаты дома. Или нет. Или мы заблудились. Жареная курочка. Жареная баранья. Все сразу. Черт, спаун скелетов. Офигеть, офигеть. Там можно сделать очень крутую штуку. Там все, что нам нужно, один кусочек песка душ, или как он там, замедляющий песок. Сделать колонну из воды. И да, скелеты будут туда заталкиваться, подниматься на высоту, падать вниз и оставаться с одним хп в конце. И мы одним ударом будем их вырубать. Да, мы почти добрались до дома. Мы их будем одним ударом вырубать, получать миллион опыта. И то прям нормальная идея, слушай. Да, я вот что-то сейчас подумал, действительно можно сделать подобную штуку. Здесь не хватает блока, и меня это раздражает. Чё? Показать вам таймлапс, как строилась эта сторожевая вышка? А единственное, там в таймлапс... Рот. В таймлапсе нет этого моста, и мне кажется, крыша из потушенных костров и люков получилась очень круто. Типа такая обветшалая, осыпавшаяся крыша моста. И, блин, вообще очень охрененно. Я прям доволен. Реально получилось круто. Немного не в цвет дома, потому что использовал другое дерево. Здесь ель использовал, здесь дуб в основном. Но... мне кажется, все равно офигенно. Ребята, переключаемся на таймлапс, а по возвращению мы отправимся с вами в ад и поищем там немного песка душ и немного магмовых блоков. Поехали.
Эйхо, ребята, с возвращением. Ну как вам? Ну как вам? Нормально, да? Так достойно получилось. Че, столько времени, столько времени. Ссылка на оригинальный гайд в описании. Если вы захотите в своем мире реализовать, там количество предметов, как лучше всего строить, в какой последовательности, все очень круто объяснено. А давайте, может, это? Добьем до 30-ки и попробуем зачаровать лук или арбалет. Мне кажется, нам пригодится дальнобойное оружие в аду, учитывая, что... О, наверное, пауки все равно сейчас заспаунятся, пока я здесь буду бегать, даже внизу. Я скину зелье опыта. Можно, кстати, его выпить, на самом деле. Но... Так. Во. Сундук со всякими важностями. Еду оставим, кости, крюки. Этот весь хлам засунем сюда. Ой, я флаг же с них еще получил. Арбалет оставим. Оп. И кроватку возьмем с собой. Так, давайте добьем до 30. Не хочу тратить зелье опыта сейчас. Я думаю, будет еще момент, когда понадобится. А сейчас пока можно пауков почикать. Так. Почему спаунится так плохо? Потому что здесь свет слишком близко висит. Два. Мне страшно от того, что они могут начать спауниться прямо здесь, в этой комнате. Семь. Шесть. Вот здесь могут спауниться. Здесь нигде не прилепить факел-то, блин. Подожди, это же это... Не, здесь дырка. Я думал, что здесь плиты тоже использовались. Тогда бы они не спаунились на плитах. Так. Может быть. Я слышу, что они там уже безумно орут. Здесь все еще 6. Не, надо однозначно, чтобы факелы стояли тут. Иначе просто в какой-то момент можно прийти, и здесь криперы уже вскрыли локацию и... И собрали себе целую пати из пауков. Буквально пару минут. Чисто добить до 30-ки. Достаточно быстро опыт идет с них. Их спавнится больше, чем обычно. Мне кажется, там раньше было лимитировано, что типа максимум 4 может находиться в комнате рядом со спауном. Но сейчас однозначно, когда их резал, там штук 6 было. Или я придумываю, конечно. Считать-то я не умею. Я ж в Майнкрафт играю. С чего я вообще и буду уметь считать? Ну давайте скорее, ребята, еще пару штучек. У меня не хватает терпения, я выпью одно зелье опыта. Ну сколько можно? Я хочу приключения. Я хочу приключения, зайти в ад, достать полезные ресурсы и вообще. А, фух. Очень по... Это все? И это все? Нет комментариев. Я думал, там опыта выпадет, что я просто с ума сойду. А там... О, господи. Так. У меня есть хорошая идея. Давайте сделаем шлем из золота. Я не знаю, насколько это поможет против свиночелов. Но вроде как они не огрятся, когда... на тебе бронька из золота. Не? Есть такое мнение? Одного шлема хватит? Если не сработает, я просто переодену на плюс 2 брони. Мы его просто сломаем. Или там... Я не люблю делать бэктрек, и вообще меня трясет вот эта неопределенность. Но с ними же можно торговать с помощью золотых слитков. Давайте попробуем.
Там ночь. И пойдем. Пожалуйста, никаких газ. Я забыл зажигалку. Я надеюсь, не будет здесь никаких гастов, которые будут взрывать. Привет. Мы друзья? Я вот это мне надо. Мне это... О! А, нет, это все он же. Скелет это откуда тут? Мне только вас не хватало. Ну, тут похоже на какую-то злую тварину. Это что за блоки? Хватит орать. Вот, ты френдли? Во, я в золотой каске. Все, мы друзья? О, мы друзья. Мы друзья. Они не огрятся. Значит, золотая каска сработала. Так, давайте попробуем. Я откуда-то получил опыт. Так, меня кто-то бьет. Спасибо. Спасибо. Почему? Потому что я стукнул скелета? За что такое неуважение? Я вообще-то ветеран, я воевал. О, кстати, мне надо отключить эту схематику. Я же закончил строительство. Зачем он меня убил? Почему? Потому что я ударил скелета? Это так работает? Давайте возьмем золотой слиток в руки. Он не должен агриться. И мы заберем все свои вещи обратно. Кроме золота. Наверное, золото он своровал уже все, да? Как это работает? Я весь опыт потерял. Ну, блядь, отстань! Все, я его удалил. А где весь лут? А он забрал все мои вещи! А, он все мое залутал! Мне что, его лопатой убивать? Куда ты пошел? Сволочь. Я все забрал. Щит. Меч! Этот черт с моим мечом бегал. Они, наверное, пополам разделили мой лут. Где эта сволочь? Верни меч. Он вернул только ботинки. Мой меч! Суки. Они уперли мой меч. И стрелы. Не, может там все еще... Нет, они точно уперли весь мой лут. А какого хрена он сагрился на меня, когда я бил скелета? Чё у него в руках? У него мое оружие? Нет, у него арбалет. А, мои стрелы! Может, еще что-нибудь осталось? Кирка! Кирка на удачу! Господи! Подожди, здесь еще. А, мой меч! Там мой меч. А кирка? Где моя кирка? Верните, умоляю. Неужели она в лаву упала? Из меня что, все вытряхнули, как из этой, блин, из пиньяты, что ли? Ребята, умоляю. Где кирка? Пожалуйста. Мне нужна кирка. Это, в принципе, единственное, что мне здесь нужно сейчас в этой локации. Блять. О! Что за нападение-то постоянное?
Чё за фан? Я время плохо провожу. Меня все здесь пытаются убить. А я просто кирку хочу свою обратно. Спасибо. Где моя кирка? Если здесь осветить, здесь не будут спауниться дурачки эти? В этот золотой броне гоняет. Я не знаю, что я делаю, и мне очень страшно. Вот это я слышал. Давай еще. Давай потанцуем. Давай. Ау. А, больно, я умираю. А, нет. Давай еще. Давай. А, стерва. Очень здесь много свиночелов. Я вижу все необходимые ресурсы. Ну, кроме замедляющего песка. Единственный ресурс, за которым нужно было прийти. Ну чё, нам нужна кирка, типа. Чё поделать? Либо они угнали мою кирку. Они угнали мою кирку, я клянусь. Они похожи на тех, кто ворует кирки у людей. Я не ожидал, что так жестко на самом деле будет. О. У меня нет здесь дерева. Может, чуть-чуть? Я не хочу. Да, у меня есть немножко дерева. Не хочу наверх идти. Слишком это все далеко, долго. О, лук, кстати. Лук вернулся. Давайте сюда высыпем весь вот этот мусор. Дерево оставим, наверное. Броньку тоже. А почему он сперва-то не сагрился? Сагрился, когда я начал бить скелета. Может, я малого ударил? Может, они агрятся, когда просто малой рядом? Я не знаю эти механики. Но этих как бы если не трогать, они... Им плевать просто на твое существование, в принципе. А, не-не-не-не. У меня голда. У меня... Я этот... Пастафарианец. Не-не-не-не-не. На-на-на-на. Бери-бери-бери. Бери-бери. Блин, за почему он меня бьет-то? Он мне обсидиана, кстати, кинул. Еще один гаст. Яйкс. Давай, агрись. Давай. Давай, пока я готов. А еще ближе мог подойти, чтобы я вообще усрался. Этот кинул камней. Неблагодарный. Так, как аккуратненько спуститься туда? О, здесь голд. Я не знал, что золото теперь здесь появляется. Если вы не поняли, я ничего вообще не знаю. Про этот новый патч. Ну как новый, последний. Блин, а сейчас столько бы кварца могли поднять с удачей на 3. Я
Еще один гаст. Да за что вас так много-то? Так, это лопатой добывается? Нет. Не стреляй! Хотя бы стак набьем. Я не знаю, зачем столько много. Ну, кстати, если делать слаймовую ферму, это, наверное, очень эффективная штука для убийства слаймов. 44. Все, есть стак. Песок, 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 песок. Это что за хрень там? Ой, я вижу еще кварц. Его можно было бы на обратном пути собрать, но пока я его вижу, надо собирать сразу. Пожалуйста, газ, не стреляй мне в зад. Я тебя просто прошу, я тебя умоляю. Почему я щитом не пользовался все эти битвы? У меня щит есть. Я что, совсем тупой? Мы не будем таскать два блока просто так, ради того, чтобы таскать два блока. Что это за хрень? Она злая? Бля, она стопудово злая и хочет не моей смерти. Зачем я выкапываю золото? Оно же вообще бесполезное. Привет. Ты не нападай и не бей. Спасибо. А то меня все что-то пытаются убить сегодня. И неплохо с этим справляются, честно скажу. Не ори. Почему здесь так страшно? Да ладно, серьезно, нигде нет... Ой, я вижу магмовые кубы. Они огромный урон наносят. Особенно, когда ты такой дурачок, как я. Я продолжаю выкапывать золото, я не понимаю. Я слышу Гаста, но не вижу. О, это что, окна? Это что, дом? Это деревья дома? Я вижу Гаста. А! Я не попал, и он не попал. Ау, попал. Ай, больно. Ай, больно. Ай, горю. Ай-яй. Ай, умираю. Умираю. Я погибну. Не, все нормально. Но гореть больно. Еще. Глупый дурачок сдох. Мне нравятся их фонари. Мне не нравится то, что они такие агрессивные и пятеру сносят одной тычкой. Вот это мне не нравится. Это... Ой, как не нравится. Вообще не нравится. Там какие-то грибочки у них еще растут. Горячие ребята. Так. Вернемся к нашей цели. Я до сих пор не понимаю, зачем я выкапываю весь кварц, учитывая, что его нужно копать с удачей, чтобы потом не страдать. Деточка, это оно. И это оно. Как мне страшно.
Еще бы чуть-чуть. Двенадцать штук. Четыре. Все. Я думаю, этого достаточно. Газ не взрывай, умоляю. Я уже ухожу. Все. Я насытился. Мне теперь бы выход найти домой. Я все-таки добуду еще чуть-чуть кварца. Даже больше для того, чтобы вернуть чуть-чуть опыта обратно. И немножко переждать, чтобы газ ушел в сторону. Он где-то прямо надо мной летает. О, лава. Привет. Слушай, с кварца столько уровня падает, офигеть. Единицу опыта я хотел сказать, но... Вы поняли, о чем я. Так, мне нужно мимо этой деревеньки слева ее обогнуть. Я окажусь дома. Где? Маля, не убивайте. Не упасть в лаву. Не сжечь задницу. Они меня уже ждут у моего портала. А он там, да, с той стороны? Яйкс. Да, вон он. Чё они бегают-то? Он же мне не даст, да, залезть спокойно? Я их отвлеку голдой, если чё. Так, они меня увидели. Нет. Мале. Домой. Скорее. Хоп, хоп. ПБ, сучки. Это было страшно. Это было очень страшно. Ох. Ох, успех. Ох, успех. Да. В следующей части надо будет обязательно построить лифты. И мы сделаем это в следующей части. Ребята, огромное спасибо за то, что посмотрели сегодняшнее видео. Это очень круто, ваша поддержка просто неоценима. А вы просто офигенные. О, у меня плачущий обсидиан есть. А, он мне дропнул за трейд. Офигенно. Огромное спасибо, ребята, за просмотр. Вы просто супер. Увидимся в следующей части. А с вами был Джонни, специально для канала JoyWire. Всего вам хорошего, ребята. Пока-пока.